смотришь на Лексусе? Стекло далеко. И почему ты трясет на нем? Он подпрыгивает. Жесткий. Жесткий? Самый мягкий машина вот это. Да вы что, да? Да. Мягкая. Все ходим в повязках, смешные, да? Да. Вот если бы год назад то сказал, не поверили бы. Да, да. Ой, да все дни, вчера сильный был, да, с этими, со всеми, с молнией. Сегодня вроде жесткий карантин, сказали же, да? Да. Понедельника сказали. Ну ничего, все ходят, все ездят. Ездят, да. Да всем уже, да, знаете, надоело все. Кто будет сидеть дома? Тут или от голода подохнешь, или от вируса. Если карантин дома закроют, тогда пускай деньги платят. Да. Если деньги не можешь платить,
дымится. Кочегарка. Вот а? Что? Кочегарка дымится. Да, да. А что они топят? Топят, наверное, проверяют вот эти, которые варили, заменили, которые вместо. Ну, не знаю. Потому что это горячая вода у них, нет? Да. Или это другое? Нет, горячая, да, топит, да, не помню. Потому что в этом у всех горячая вода же. Через это, наверное, тесто. Ну, базар тоже работает, что ли? Ой, обратно как поеду. Опять вот так ехать. Вы говорите. У вас 5000 не будет сдачи? С 5? У меня есть 800. И ничего. Я эту зашла, вот эту купила, потом вспомнила, что вам должна. И 5000 есть. Тысячная была, я что-то. Я вам сколько должен верить? Я вам должна 300 и плюс 600, 900. А у меня 800 или 5000 есть. 400, если будет. Ну или 4. А, 400, да, я? Да. Сейчас разменяю, наверное. Гаишник едет. Какой номер 13? Ой. Что, номер такой опасный? Меня туда не заезжать. А где суд? Суд? Да, тормознуть. Я выйду и долгим путем приду. Тоже близко. Я там могу развернуться? А? Я развернуться могу там? А вот у тротуара нельзя, да? Нет, там не сплошные. А, ну ладно, делайте как хотите. А то меня не слушайте, я это... Матиз машина. Хорошая машина. 10 литров сольешь, 10 не ездишь. Вот это вот.